Действительно, прекращение огня, демилитаризация, другие вопросы, стоящие сегодня на повестке дня, конечно же, обсуждались, и многие другие. Но давайте сейчас не будем обсуждать конкретные итоги. Сторонам нужно проконсультироваться в столицах. Могу сказать, что обсуждение было самым детальным, самым подробным, работали более 5 часов. Теперь нужно проконсультироваться действительно в Москве и в Киеве. Важно, что стороны друг друга слышат.